Что делает простой паломник, который приходит на Афон? Первое – это, конечно, молитва. А второе – это путешествие по афонским дорогам. Тысячу лет здесь молятся русские монахи. Мы грешны все, и мы должны призывать Бога. И Господь помогает тогда нам. Это всегда поле брани. Всегда приходится здесь самим собой бороться. Монашеское государство со своими законами, своим правительством и своими традициями. Жесткий устав. Человек проходит круг за кругом, но дает свет миру. Такое место, где человек близок и к Богу, и к Богородице. Как здесь классно, ребят, когда молишься, и орел над тобой кружит. Афон. Обитель Богородицы. Фильм Аркадия Мамонтова. Премьера в воскресенье в 11:10 на канале «Россия».